В администрации муниципалитета состоялось торжественное награждение победителей и призеров окружного конкурса творческих работ «Наш участковый и светлый город». Участниками конкурса стали более 150 школьников со всего округа. Юных художников поздравили заместитель главы администрации Иван Харьков и начальник управления территориальной безопасности Светлана Фельченкова. Всем победителям и призерам конкурса вручили дипломы и памятные подарки.